Администрация «Химок» проводит серию встреч, где каждый может найти занятие по душе вне зависимости от возраста. В этот раз состоялся мастер-класс по рукоделию. Химчанам рассказали, как из подручных средств создать настоящее произведение искусства. Мы делаем непосредственно вот тарелки, а здесь занимались, делали и вазочки, делали и салфетки. Любовь Старинова – пенсионерка. Уже более 3 лет учит химчан делать куклы из ткани. У каждой из них своя история. Например, сегодня Любовь рассказывает о куклах родом из Карелии. Интерес к такому искусству возник случайно. Я один раз на выставке увидела, как мастер сидел из красной тряпочки, крутил, я даже не поняла, что она крутит. А вокруг у нее были очень хорошие куколки такие. И когда я подошла, вот такое магическое у нее движение руками было, я говорю, а что вы делаете? Она говорит, народную куклу. Куклу народную. И она мне потом показала, у нее из одного кусочка вышла маленькая куколка, называлась «Голышок-малышок». Среди участников мастер-класса как новички, так и опытные рукодельницы. Татьяна Майхлина после выхода на пенсию всерьез увлеклась лоскутным шитьем. Эта жилетка – ее первое изделие. Материала вообще много уходит, конечно. Это называется лоскуток, но сюда вот ушло... Две юбки, вот клетчатая юбка, серая юбка и платье было. Если вы хотите стать участником таких встреч и тематических мастер-классов, обратитесь за информацию в администрацию «Химок» по телефону 8 495 572 3097. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.